На этой петельке будем делать шишечку. Провязываем петельку и снимаем со спицы. В эту же петлю провязываем еще одну. Это первая. Делаем накид. Последнюю и накид провязываем вместе. На крючке образовалось 2 петли. Накид. Петелька. Последнюю накид провязываем вместе. На крючке 3 петли. Последнюю накид провязываем вместе. На крючке 4 петли. И последний раз то же самое. На крючке образовалось 5 петелек. Теперь их провязываем все вместе. Подтягиваем. Вот и шишечка. Переносим на спицу. Снимаем с крючка. Переносим на правую спицу. Далее провязываем по рисунку.